Внести свой вклад в развитие отечественного спорта и поддержку национальной сборной по футболу. Коммерческий банк «Кыргызстан» совместно с Федерацией футбола заключили спонсорское соглашение о сотрудничестве. Это означает, что теперь официальным банком Федерации футбола, а вместе с тем и главной отечественной футбольной командой, выступает коммерческий банк «Кыргызстан». По словам генерального секретаря спортивной организации Медербека Садыкова, за годы сотрудничества банк «Кыргызстан» зарекомендовал себя как надежная организация. А подписание такого договора – большая честь для Федерации футбола. С банком «Кыргызстан» давно сотрудничаем в сфере именно обслуживания. Можем смело сказать, что со стороны, что они надежный банк. И мы в этом году достигнули соглашения, подписали спонсорские соглашения, которые дают еще нам толчок для развития футбола в стране, которому мы очень благодарны. Надеемся, что это наше сотрудничество не остановится. История партнерства Банка Кыргызстана и Федерации футбола насчитывает уже 14 лет. За это время между двумя организациями сложились дружеские отношения. Удалось заручиться доверием и наработать слаженный механизм сотрудничества. И это касается не только рабочих моментов, отмечают представители банка. За яркие впечатления, красивую игру и особенную атмосферу, которая царила в стране на протяжении всех матчей нашей сборной на чемпионате Азии, генерального секретаря Федерации футбола поблагодарил первый заместитель. Заместитель председателя правления коммерческого банка «Кыргызстан» Жарканбек Сагындыков. Мы очень рады началу сотрудничества с национальной сборной Кыргызстана по футболу. Мы уже на протяжении 14 лет являемся финансовым партнером Федерации футбола. И я думаю, что данное соглашение подписанное даст возможность нашему спорту, в частности нашему футболу, развиваться дальше и достигать новых целей. Обменявшись скрепленными печатью договорами, генеральный секретарь Федерации футбола и заместитель председателя правления коммерческого банка «Кыргызстан» заявили о надежде на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.